России надо поднять свою программу космических исследований. Вот нам в их программе участвовать не нужно абсолютно, потому что, когда они нас уговаривали участвовать в программе Международной космической станции, МКС, говорили, вот это будет ради общего блага, все поднимемся, будем экономить каждый, все вместе сбросимся, получится хороший проект. В итоге сейчас заявлено, что эту станцию в 2020 году будут топить. И вообще нет никаких перспектив. Идти с ними, это то же самое, что мы любим американцев, американский народ, но их вождям, дяде Сэму и олигархам, которые за них, мы уже давно не верим. Вот отсутствие доверия к их руководителям порождает то, что мы вынуждены все еще и еще раз взвешивать. Я думаю, что нам нужно, как я говорил уже не раз, проводить новую индустриализацию, вкладывать средства от продажи нефти и газа в реанимирование нашей промышленности, прежде всего авиакосмической, в реанимирование наших собственных программ и приглашать в эти программы те страны, которые не будут, так как американцы, просить себе особой роли. Это, прежде всего, азиатские страны, и Индия, и Китай, возможно, европейское сообщество. Но не так, чтобы мы были второй скрипкой здесь, а мы должны быть инициатором. Мы первые вышли в космос, мы первые все это инициировали. Пока мы не займемся своей промышленностью и не разработаем собственные программы, а у нас на все это будет возможность и средства хватать при желании, мы свою авиакосмическую промышленность не вытянем.